Вот, у тебя нащупывается вот это L5, да? Он практически вровень с вот этими ямочками, которые мы щупаем в ямочке, да? Это кость. Он практически с ними вровень, слабо прощупывается, но зато щупывается вот этот позвонок, L4 получается, ага. Да? На него осел вот этот позвонок, L3, так вниз осел на него, и растянул его вот сюда он повернут, в бок, ага. Получается. Ну, здесь скелет не вращается, вот так вот получается, вот он в бок, вот этот. Соответственно, укоротилась связка, вот эта пояснично-подвздошная. И вот тут вот он сустав. Вот этот сустав, он сам по себе болит. Сюда вот мы тыкали иголки, соответственно. Вот это сюда. Фасетка, да? Да, это фасетка. Сюда, сюда, сюда вот ставили иглы. Потом вытягивали, да, и пробивал его сюда. Ну, поскольку был удар прямо в косточку, да, вот она сейчас болит. Надкостница просто болит. Так. Далее, третий позвонок, вот он. Вот его дужки, они очень большие. Да, и поскольку он осел, вот так осел, да, то у него получается вот эти дужки, они выпирают чуть назад, боковые, да, поперечные. И вот тут мы его под ребром как раз и щупаем, эту дужку, вот она. Это вот, где мы думали, сюда. Что это почка, да? Да, где похоже, что это почка. Это, скорее всего, вот его дужка слишком большая. То есть она тоже у нас повернута вот так вот, да? Да, получается вот так, третий повернут. Это вот про методом пальпации мы выяснили по спине. То есть, возможно, ушел вот этот вот глубоко, из-за этого не прощупывается, то есть он вперед съехал. Да, да, этот съехал вперед, и поэтому здесь у тебя грыжа. Да, он съехал вперед. У тебя грыжа, по-моему, миллиметров 6-8, да? Да, да. И, а здесь вот тоже фасет, ну... Вот да, этот. Да, вот тоже фасетный сустав. Вот, вот то есть он съехал, и, соответственно, тоже он здесь пережимает, скорее да, всего. Да, вот тут пережимает, поэтому вот тут и вот когда вот тут... я выгибаюсь, получается, вот сюда вот. Да. То есть, возможно, его и зажимаю я тем самым. Да, да, да. Когда ты гнешься назад, получается, да, вот так. Да, да, да. Я его вот как раз таки. Ты его зажимаешь, да. Это вот называется артрит, вот они там скручиваются. Все. На рентгене тут будут, скорее всего, белые такие полосы, много кальция там будет. Щели меньше. Понял. А когда я подворачиваю, получается, крестец, то здесь освобождается, да, я могу да, уже. Освобождаешь, да, да, получается, вот ты поворачиваешь вперед. Освобождается. И вот это нижний уголок, вот этот вот. То есть мы щупаем по верхним косточкам, да? Так. И по нижним косточкам вот эти щупал, да? Вот эта часть у тебя опущена вниз, получается. Ага. Правая. То есть, ну, в смысле, опущена по провороту такой вот? Да, да, такой поворот. Ага. А это ниже, чем вот это, получается? Да, да, получается ниже. Это, получается, выше и еще больше зажимает этот сустав. А, все, понял. Да, да, да. Ну, то есть...